Всем привет! Наступила пора засолки капусты. И всех проблема, как в банках засолить капусту и сделать под гнетом ее. Я вот придумала. Взяла крышку, сделала дырочки. Потом взяла просто обыкновенный пузыречек. Вот тут у меня витаминчики были. И прижала. Прижала, вот видите, как вот рассольчик. И потом вот эту банку вот так вот. Вот. И капусточка прижалась. И сразу рассол появился. Потом я думаю, а чтобы нам вот так вот не сделать, есть специально крышки, вот, которые сливать воду. И тоже так же, я думаю, вот взяла пузыречек стеклянный, тоже прижала. И вот так вот. И рассол появился. И я думаю, что и легче будет так открыть, раз, потыкать капусточку. И обратно также прижать. И здесь будет воздух выходить, газы все выходить, чтобы капусточка не была горькой. Вот очень просто и хорошо. И вот так поставила. И вот смотрите уже, сколько рассола появилось. И никаких проблем. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал.